Приветствую вас на канале Red Cat Roblox. Сегодня я играю в симулятор Магнита. Да, ребята, давно забытая игра мною. Когда-то я хорошо не прокачался, потом что-то удалили эту игру, восстановили. В общем, я решил опять в нее поиграть. Тем более, что вышло интересное обновление и скоро будет босс. Поэтому для того, чтобы быстро прокачаться, я сейчас перебираю разные кодики, за которые мне дают яйца. В этих яйцах я нахожу питомцев, пока какие-то орки только вылазят. И я думаю, что они мне очень помогут первоначально прокачаться. Так, следующий. Subbass Knock. Опять орк. Короче, это какие-то не ютуберы, какие-то орки. Я понимаю, что это все коды ютуберов. Опять орк, ладно. Так, ну и, наверное, последний кодик. Я все коды вам выпишу в описании под видео. Ну, что там выпало? Ух ты! Что-то интересное, не орк. Видимо, это какое-то очень что-то редкое животное. Давайте смотреть, какие статы у меня, моих питомцев. Так. Магнит. Питомец магнит. Неплохо. Так, 25... Ого, ничего себе, сколько, 110 тысяч корон и на 685 умножение денег. Вот это мне повезло с питомцем, с питомчиком очень мне повезло. Так, ну что, теперь после того, как я одел таких питомцев, особенно тот, который в 110 и больше раз увеличивает показания моих монеток, точнее характеристики, то, конечно, фарм стал мега крутой. И сейчас я могу поменять свой магнитик. Так, у меня 174к, неплохо, 174. Ну, давайте какой вот этот хочу, потому что хочу еще потом ранец себе взять. Где у нас? Здесь вот, да? Смотрите, ну, магазинчики не поменялись на тех же местах. Так, ага, ага. Во как. Ладно, пусть красненький будет. Хорошо. Так, теперь давайте посмотрим. Ничего себе, как быстро. Сколько? Прикольно, 435 миллионов сразу. Да, фарм-машина просто. Так, ладно. Давайте все это... Немножко я пофармлю, ребята. Мне надо делать хотя бы один ребёв, потом ребята мне дадут, мои подписчики, каких-то нормальных питомцев, и дело, я думаю, пойдет быстрее. Я не хочу прокачиваться опять, сидеть, потому что я уже как-то прокачивался в этой игре полностью, был самый топовый у меня магнит и все такое, но потом, как я уже говорил, я забросил эту игру. И вот сейчас, когда создал новый канал, посвященный исключительно Роблоксу, решил повосстанавливать все игры, в которые играл ранее. Так, ну что, давайте покупаем. Хорошо, купил себе сразу 25 ребёфов. Такс. И теперь я могу пользоваться трейдом. Трейд, по-моему, как мне Киндрат писал, с одного ребёфа работает. Да, смотрите, уже трейд-реквесты полетели. И сейчас мне надают кучу питомцев. Посмотрим, будут ли они круче тех, которые у меня есть. Так, вот такие вот. Хорошо. Спасибо, Кири 346. Дальше Марк у нас. XXX2282. О, смотрите, он кинул такого же пэта, как у меня. Он прикольный. Мне он уже нравится. Посмотрим, какие остальные питомцы. Будут ли они круче. Спасибо. Идем дальше. Так прикольно, когда ты просто заходишь в игру, и тебе дают кучу классных питомцев. Так, о, Киндрат. Киндрат хорошо прокачан, я думаю, что он мне даст самые крутые питомцы, которые мне вообще могут дать в этой игре. Вау, вау, смотрите, глаз какой-то, шайни версия, то есть это максимально прокачанный, я так понимаю. Класс. Какие-то глаза, короче, мне понадавал каких-то орков. Мистер Пейдай. Так, какого-то сэра мне дал. Ладно, пусть будет, спасибо. Так, ну что, все? Или еще Киндрат еще что-то решил мне дать? Давайте, не откажусь. Еще шайни глазики разные. Хорошо, будем сейчас смотреть, какие у них статы. Так. Ну что,
Я думаю, этого достаточно. Топпер нубик. Ладно. Больше не надо, пишу, что уже хватит. Дальше буду сам прокачиваться. Так, ребята, кто еще не подписался на канал Red Cat Robux, обязательно подпишите, поддержите молодой канал. Мне буквально еще месяц каналу только исполнится скоро, поэтому очень хочется, чтобы вы меня поддержали как лайками, так и подписчиками на моем канале новом. Так, ну что, видите, довольно-таки много разных питомцев мне понадавали, потом можно будет их скрафтить, надо будет 10 питомцев для того, чтобы сделать одного шайни. Так, хорошо, смотрим, что у меня было. Убираем. Я думаю, что они мне не пригодятся. Так, мне сейчас хотят еще трейд. Что? Что? Ninja Fox, Shiny Bunny Knight и трейд. Хорошо, понятно. Так, что? Все. Давайте выбирать. Итак, ну эти самые простые. Тут уже получше. 110, 25 тысяч. Нет, 110 лучше. Идем дальше. 41, 72, 561 тысяча, 690 тысяч. Ничего себе, денег там умножение и еще чего-то умножение. И скорость большая. Короче, ребята, есть топовые питомцы, надо брать. Так, смотрю. Вот этот беру точно. Ну, тут один, или их, а, два в глазиках. 2820 money дает. Так, таких берем всех, что есть, да. И какой еще мне надо? Какой-то крутой надо. О, какой-то из них. Вот этот беру. Все. Короче, ребята, затарился я пэтами. Очень прикольно, очень классно. Спасибо Киндрату и всем, кто давал мне своих питомцев. Кстати, кому надо, могу вернуть, потому что я так понимаю, что у меня теперь самые крутые в шайни-версии. Ну и давайте, ребят, теперь соберем 20 памкин. 20 тыкв разбросали по всей карте в этой игре, и мы сейчас с вами будем их искать. Итак, если мы их все найдем, нам дадут 5500 конфет, которые можно будет потратить для того, чтобы выбить каких-то крутых пэтов. Вот первый, смотрите. Все. Первый памкин, первая тыква. Загинаю пальчик, ищем остальных. Кто, куда вы еще спрятали их? Показывайте. Сейчас я посмотрю на этой локации, потом пойдем. О, вот вторая тыква. Хорошо, идем дальше. Потом вернемся на базовую локацию еще. Так, за деревьями ничего не попрятали от меня? Сейчас я буду заходить... О, вот еще третья. Так, три тыквы. Сейчас я буду заходить еще в каждую доступную мне локацию, каждые ворота и искать там тоже питомца. Окей. Так, ну хорошо, давайте еще вот здесь пробежимся. Посмотрим. Так, в этой комнатке я ничего не нашел. Вот здесь вот. О, есть четвертый. Спрятанный. Пятый памкин. Уже 5 тыкв я нашел. Вроде ничего нету больше. О, давайте еще на второй этаж поднимемся. Тут есть еще второй этаж. Так, о, 6-я тыква. 6 тыкв есть, идем дальше. Идем, идем, идем к VIP-комнатке. Вот еще одна есть, 7-я уже тыква. Так, заходим в эту локацию. 8-я. Ох, они хорошо подсвечиваются, да? 9-я. Круто. Так, что у нас здесь? Здесь вроде ничего нету, но надо посмотреть на всякий случай. Нету. Нету, нету, нету. Хорошо, 9 тыкв мы нашли. Почти половина. О, 10-я. У кого ребёфов. Все, отлично. 10 тыкв есть. Здесь нигде не спрятали? Нет, вроде нету. Здесь тоже за домиком ничего нету. Идем в следующую локацию. Тут ничего нету, пусто. Идем теперь вот в такую локацию. Есть еще одна. 11 тыкв уже, да? Да, смотрите, как я четко считаю. Так, здесь я еще не был, да? Собираем, ищем тыквы.
Вот, хорошо, 12-е. 13-е. Прекрасно. Уже 13 есть. Так, где-то я тут, наверное, еще потерял. Дайте на 5 ребёфов заходим. Там нету. Хорошо, на 50 ребёфов. 50 ребёфов. Так, так, так. О, есть тут, есть. Так, какая у нас, 13 или 14 уже? Хорошо, здесь больше ничего не будет. Идём в следующую локацию искать. Так, так, там я был. Был 250 тысяч, мне пока не берут. Давайте в эту локацию, к желтеньким елочкам. О, есть под елочкой у нас такая, по-моему, 15-я, 16-я, вот у кого красных ворот на 4 миллиона. Так, теперь в черные ворота за 100 тысяч, ребят, пришлось прокачать до 100 тысяч, чтобы сюда попасть. Ищем, ищем, ищем. Тут очень хорошо будет, я думаю, видно, потому что она вся такая темная локация, а тыква подсвечивается очень. Вот, есть. Фух, не зря качал до 100 тысяч. Итак, 17, да, все, я, значит, правильно посчитал. Еще осталось всего у меня 3 тыквы. И отправляемся, собственно, на локацию с тыквой для того, чтобы забрать последние 3 тыковки. Так, первая прямо вот здесь, вот около вот этих огромных тыкв спрятана. Это 18-е и еще 2. Давайте, 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 сейчас мы их найдем. Вот, вот уже вижу. Есть и последняя тыковка. Последняя тыковка, последняя тыковка. Вот, смотрите, на стоге сена. Запрыгиваем наверх и забираем. Все, 20 тыкв я собрал. Забираем свою награду в виде 5500 конфеток. Окей, получили мы конфетки свои. Теперь я немножко дособираю конфет, чтобы было 8000, и мы с вами вместе откроем 4 яйца. Такс, 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 такс. Они стоят по 2000 конфеток, либо же 2000 робоксов. Интересно, есть такие ненормальные, которые за 2000 робоксов откроют подобный тир? Думаю, что мало таких. В общем, птичка мне попалась в виде тыквы, и Pumpkin Reaper попался. А также, ребята, еще не повторочка у меня была одна. Это было зомби Pumpkin. Но зомби Pumpkin мне кто-то уже давал. Давайте посмотрим статы. Стоит ли вообще их выбивать? Итак, у меня вот такие статы, а здесь 125 всего умножения. Не прикольно. Абсолютно не прикольно. Зомби Pumpkin можно не выбивать. Так, смотрите, да? Сколько разница большая, очевидная. И давайте посмотрим Pumpkin Bird и Pumpkin Reaper. Ну, что вам сказать? Pumpkin Reaper неплохой. Вот если его сделать шайни, то, возможно, он будет очень даже прикольным. Так что советую вам повыбивать его. Ну что ж, ребят, таким вот, в принципе, было обновление. Я думаю, что уже все показал, что хотел. Так что ждем босса и смотрите на канале Red Cat Robux, как мы будем убивать босса. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.